Здорово! Сегодня у нас ДМК Темпо Стрят называется. Про динозавров. Сейчас посмотрим. Вы ученые на секретной военной базе, проводящие испытания с материалом, способным манипулировать объектами во времени. Некоторые предметы могут появляться за несколько дней до или полностью исчезать. Вымершие растения – это самый далекий предмет, который удалось получить с помощью машины. Пока военные стремятся превратить это в технологический прорыв в оружие, вы видите возможность использовать машину в своих интересах. Вернуться несколько месяцев назад, чтобы предотвратить аварию, унесшую жизнь самых дорогих для вас людей. Теперь спускайтесь по земле и проведите последние испытания. Чего? Изобрели офигительный аппарат, который это во времени можно перемещаться, а ты пошел это в личных нуждах что-то выполнять, нихер. А себе у тебя машина, конечно. Твои два близких друга, наверное, на такой же машине гоняли и убились нахер. Хорошо, хоть чего. Так, туман какой-то забубенили. Что? Мне нужно спуститься под землю и провести последний тест. Еще раз, это закончится только это, я вернусь тебе, моя дочка. Дочь дам. Что-то подача материала как-то, ну так. Я надеюсь, это только в демке. Так где тут у нас спуск подземелью? Подземелье и драконы где? Все, устал. Ученый же. Чуть-чуть пробежал, чуть-чуть и уже уставший. А, вон. Видимо. А нет, это машина так освещается точно. Опять устал. Стоп. Нет, не сюда. О, туман сразу пропадает. Он страйкер какой-то стоит. Ну или... Стилизованный подстройкер, нихера себе. Попросить военного убрать транспорт с дороги. Ты вон сбоку можешь пройти. Че херню ты страдаешь? Где военный? Парковка, база. Че ты мне... Эй! Где военный-то? Колюсь таки. Блять, застрял. Он еще и толстый, видимо. Не может пройти в щель. Где военный, которого попросить надо убрать эту херню? Да ладно. У вас тут еще зенитная защита. Ракетницы стоят, зенитки. Охренеть. Что за у вас база, ребята? Так, чик, он не прыгает. Куча грузовичков. Ну да, похоже на пакет. Нет, ну можно... Нет, это зенитка. Давай так, это ни хрена не эти, не грады, скажем, МЛРСы. Блять! Какого я вот с военного попросил? Я никого ничего не просил, просто бегал. Что-то мне уже не очень это. Ну ладно, посмотрим, как это. Я очень надеюсь, что это просто демка такая недоделанная. Свет в конце туннеля от свободы или просто наближающийся поезд? Ладно, пусть хоть такой русский язык есть. Активируйте лифт. Ну вот тебе там чего. А. Все? Блять. Ой. Я так понимаю, я в него сесть должен был, да? Вот я вам, чуваки, демку и сломал. А?
А нет, едет вроде. Блин, ты ж посмотри. Да, едет. Вот чушь. Странный у вас лифт. Мое такое мнение. Тихий так-то. А все равно вывалиться можно через вот эту вашу штуку маленькую. Какой-то беспонтовый, какие-то стулья стоят. На военной базе в подземелье. Где все? Я тоже вот таким вопросом задаюсь. Значит, на самом деле мне плевать. Уже не имеет значения, я сейчас пойду в личных целях использовать... Просто сделаю это. Буду в личных целях использовать... Пойду сейчас использовать машину времени. Чего вы от меня хотите-то, блин? Ой! А где я брожу, блин? А, туда. Так, эта херня не дергается. А, вот сюда, видимо. Угу. А что у вас здесь капельница-то? Операционная какая-то. Возьмите капсулу и включите машину. Капсулу взял. Пожалуйста, один последний раз. Такая, такая бедная какая-то у вас лаборатория. Желтые лампы. Все, отъезжаю. И чё? Крутимся. А вот что-то происходит. Что? Какая ужасная головная боль. Включили страшную музыку. Сработало? Да хер его знает. Наверное, сработало, раз демка вон. Страшное электричество показывает. Капсула пропала, но я использовал ее только один раз. И? Ну, блядь, давай выходим. Ой, сука. Возвратитесь на поверхность. Да? Десять минут времени потратил на беготню, чтобы дойти до сраной этой капсулы. А вон. Подожди, а чё, как вызвать-то лифт обратно? Как лифт обратно вызвать? А, лифт в другом месте. Все, поехали. Как раз устал. Скачал эту демку из-за того, что один скриншот увидел, который мне понравился. Что-то пока давайте так. Скриншот, это до этого места мы еще не дошли, где скриншот сделан. Но вот мне что-то пока мало что нравится. Вернее, найти генерала, чтобы узнать, что произошло. Он может внизу должен быть-то генерал-то. Чем ему снаружи делать? Убить там могут. Вот, так вот, пока мне... Птеродактиль или как его там, я не всех названий не знаю. Очень удобно пролетел динозавр, показал сам себя. Ни хрена здоровый такой. Он проверяется в вертолете. Генерал проверяется в вертолете. А что, вся база перенеслась, что ли? Или наоборот, мы притащили сюда? Ой! Что? Что вы мне хотите показать, ничего? А, выстрелы? Что? Черт побери, что здесь происходит? Генерал свалил нахер. В туман. Вертолетик какой-то не настоящий, как обычно. Никакого ощущения наличия вертолета. Нормально. Так, это что у нас? Колеса побросали везде. Давай зенитками. Пш-пш. А где блок, ой, пункт управления зенитками? Это они просто так не стреляются. Зенитные ракеты. Ой. Собака рычит.
странный звук какой-то, блядь. Ой, уже подбили. Ми-8, что ли, или что там? Ой, блядь. Чего? Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, что здесь происходит. Так ты ни одного человека его не увидел. Кого ты спрашиваешь, что? База была обнаружена? Чего в смысле обнаружена? Мне нужно добраться до вертолета. Ну пошли, доберемся до вертолета. Ой, сука, шумит кто-то там. Такое музыкальное сопровождение. Типа вроде прикольно. Чего? Идите на базу, чтобы найти вертолет. В смысле, вон он упал туда? Нахер. Он еще куда-то пролез. Могу присесть и прострельнуться через это место, блядь. Прострельнусь. Сейчас, давай прострельнемся через это место. Сука, он еще встает через какое-то время и лбом упирается в этот, в трубу и перестает идти. Пока ни одного плюса в игре я не увидел. О, а вот и динозавры. Ой. Найди способ пройти мимо здания. Ой, а здесь не пройти уже, да? Чего это? Ты кого? А, он маленького освещает. И он кажется большим. А что, он меня типа не видит, что ли, хотите сказать? Блять. Ну-ка, хулиганы. Ай, блять. Ай, блять, жрет. Смотри-ка, не боится. Че у меня, что за стройка здесь? Вот, стал, блин, падал. Нет, не отстал. И какой-то стройки. О, зеленка показывает, сюда идти надо. О! Блять, надпись даже дебильная какая-то прыгает. Так, где я? А, опять нужно прострелиться через коридор. Монстра покажете, где он, кстати, был? Нет, не показывал. Сейчас опять встанет, башку упрется, нет? Ай. Ну беги, беги. Перестает бежать. Что за обезьяны там гавкают? Ой. Нет, зеленое это не то место. Так, не туда пошел. Что за зеленое? Слушайте, я уже устал вот этот звук слушать. Бррр. Очень сырая демка, вот так вот скажу. Никаких приключений. Никакого праздника. Стоят. Никак не реагируют, бля. А, тут патруль. Вот, прямо бежим. А, еще один. Динозабр. Динозабры. Идите нахер. Вы же не умеете. Что это за вещи были? Это вот вещи такие вот ходячие. Жрут тебя еще, кстати. Динозабры, они существуют. И как, черт побери, они живы? Динозабр, калидор, компфеты и другие слова. Искаженные. Ой, блядь. Сука, нихуя ты там беглый огонь открыл. О, это кто-то покрупнее. И, видимо, за ним осталось последнее слово. Потому что стрельба, блядь, не продолжилась. Идите через контейнер, пока не найдете улавку о вертолете. Так, в общем, у создателей игры русский язык не родной. Надо улавку найти. Что такое улавка? А, вот сюда, да? Тихо, блядь, это что такое упало-то?
кентавр какой-то. А, олень. Точно, олень. А чё он это летает? Так, тупик. Найдите способ пройти через контейнер. Через контейнер. Кулант охлаждения. Нихера у вас тут охлаждение. В смысле, этот у вас трактор так перегревается, что вот аж такой охладитель нужен. Чего? А! Он и так поднимает. Давай урони на меня еще. А, он чуть-чуть поднял и остановился. Ой, ладно, идем. Чё уж, написано было в начале игры демки, что полчаса займет. Сейчас посмотрим, пока подделка какая-то. Ой, блядь. Нихуя у тебя когти. А башка где? А башка отсутствует. А нет, присутствует. А ты чё? Встал-то? Ой! Он глюканул просто. У него активация, видимо, сработала. Это. Типа, чё там? Don't stop. А, не останавливайся, чтобы посмотреть на него. Я понял. У него этот скрипт сработал через какое-то время. Он стоит какое-то время, не двигается. А он меня там убил. Туда стоит Хари. В угол. Ой, побежал. Блядь. Блять. А! Сука. Он страшен своей этой предсказуемостью. Что от него тупо не уйти. О. А где ворота эти? Где эти ворота-то? Блядь. Мне уж мерещится он. Кусты, видимо, байки. Какие ворота я открыл? О, вон он. И че он так и будет стоять там? Он какой-то тупорылый. Ему же, наверное, кушать хочется, или он так и стоит все время? Блядь. Ой, жесть. Потерялся просто. Какие ворота я открыл? Давай жмем кнопку эту. Я просто не знаю, какие ворота, где они тут, блин. Блять, хорош стонать. Ой. Все, я не двигаюсь. Он даже руками не двигает, лапищами, то есть своими. Прикинь. Че ты застыл-то, придурок?
Ай! Все, я задвигался. Он типа на движение реагирует, что ли. Главное, я только отвернулся, и он это только тогда и пошел. Зел, он сейчас ведь прям там и стоит, наверное. У меня даже это. После смерти осталась клавиша нажата приседа. Блять, ну вон он стоит, и куда теперь я денусь? Козел. Ой. Че, завод кончился? Такой дурачок. Давай. Он просто появляется в том же месте, в котором меня убило. Убил. Блять. Он типа видит меня как-то. Самонаводящийся хмырь. Какой-то дебильный звук еще издает. Ну подожди, а где ворота-то открылись, я не понял. Ну вообще насрать, он самонаводится. Ой, музыка уже утомлять начал вот этим брун-брун. Хорошо, хоть демка начинается не сначала. Сука, опять вставать начал. Где ворота открылись? Рассказывайте, блядь. Убежали. Надо как можно дальше убежать, чтобы сдохнуть подальше от ворот. Где ты нахер, блядь? Заводится. Где ты, блядь? А чё он, почему он не ходит, когда я на него смотрю? Что за прикол? А, реально. Стоит отвести взгляд, он это. Пошёл ты, блядь. Что за чушь? Как вы это объясните? Так, опять заводится. Ладно. Нахер иди, а? Сейчас сзади еще какой-нибудь вылезет. Чуть-чуть говно. Где ворота? Ой. Пошел ты, блин. Я на тебя смотрю, учти. Такой, блядь. А. О! Блядь, ну прикол. Нет, он жуткий своим поведением как раз. Не потому, что он динозавр, а потому, что он себя ведет, как видали. Какой-то даже не динозавр, а этот бы хер его знает. Тихо. Кто там свистит? Можно водичку нырнуть? Ой, давай я не буду заходить. Ой, у меня сапоги видно синие. Так. Фука, пиздец, ну хорош тут шмалять. Ой, чё там? Вертолет должен быть где-то здесь. Давай, поищем. Ой, это скиль. Чё это? Ребра чьи-то. У меня плохое предчувствие об этом лезть. Мне нужно выбраться отсюда. Насколько быстро можно? Насколько быстро можно, я не знаю. Так, тут у нас вот динозабрики кожи. Ой, кожи, кости. Динозаври. Где-то сраный вертолет. Да, да, и сразу же эти столбы высоковольтные, охрененно смотрятся.
блядь, вот свет. Где вертолет мой? Мы туда зайдем, пожалуйста. Пожалуй. Ну динозавр этот вообще, да, видали, какой ненормальный какой-то. Еще прям смотрит, бошку повернув все время в мою сторону. И не двигается совсем. Че за чушь? Ой, кто-то жрет кого-то. Выйдите отсюда. О, все, я пошел, да, я понял. Этот хотя бы двигается сам по себе. Ну там просто включена была анимация, что он жрет кого-то. Ой, блядь. Тихо, блядь. Он что, сюда? Чего ты там ручал-то? Музыка бесконечная. Бэм, бэм. Не, ну было бы прикольно так-то, если бы игру сделали это сумасшедшенькой. То есть без претензий на серьезный сюжет. Просто динозавры вот такие вот. Вот такие вот полуумные, сумасшедшие. Когда на них кто-то смотрит, они перестают преследовать. Ну. Блять. Ворон это тут откуда? Ну, хотя. И столбы высоковольтные тоже как бы не совсем к месту среди динозавров. Да хорош-то. Ты же сейчас призовешь кого-нибудь своим гавканьем. О, вертолет лежит. Пылает. Что-то от вертолета он так-то больше смотрелся, пока летел. Оба. Еще какую-то штуку нашел. Почему эти вещи происходят? Так ты там какую-то херню. Черт побери, ты сам какую-то херню сотворил. Так, это место вернулось в прошлое, или эти существа пришли в настоящее? У меня осталась только одна капсула. Ты ее только что нашел. Так, чувак мертвый валяется. Это должно сработать, мне нужно поправить все это. Чудесный русский язык. Это должно, оно должно работать. А может и не будет. Ой-ой-ой. А я такой пробежал ночками, чуть-чуть посеменил. О, боже. Да. Демка закончилась. Еще прям показывают, что делать надо. А что бы про игнор, в игнор нельзя тыкать? Ну вот этот динозавр, который не шевелится, он, конечно, жуткий. Ладно, посмотрим, что у них в итоге получится. Ну, с этой демкой все.